Около сотни человек вышли на Кремлевскую набережную, чтобы выразить таким образом свою поддержку и интерес к облагораживанию озера на улице Серова. В основном это жители района и семьи, которые ежедневно наблюдают безрадостную ситуацию в парке. Отличное мероприятие, отличная организация. Побольше таких мероприятий, как бы, и... Что природе помогать, и было очень весело. Вот сегодня мы с сыном пришли тоже поддержать наших бегунов. Дети у нас растут, поэтому это хорошая акция, потому что, как говорится, экология так, она сейчас нас хромает. Поэтому хорошо, когда такие мероприятия проводятся. Зульфия Гельмудинова раньше жила недалеко от того самого озера. Уже несколько лет назад семья Гельмудиновых переехала в Вахитовский район. Но, несмотря на это, по мнению Зульфии, облагородить территорию парка стоило уже давно. Я думаю, это очень важно, потому что действительно в том районе очень мало парков, и гулять с детьми там, ну, очень мало места. Неделю назад волонтеры уже устраивали акцию по чистке территории парка. Тогда молодые люди впервые представили проект реконструкции. Однако, чтобы эскизы воплотились в реальность, нужна поддержка муниципалитета. Формат был выбран именно такой для привлечения внимания. Это позитив, драйв, хорошее настроение. Замечательно. Все довольны. У озера на улице Серова огромнейшая история. Например, жители окрестных домов не раз могли наблюдать, как их озеро и вовсе хотели засыпать. Или, например, когда вода в озере окрасилась в зеленый цвет. Ну а сейчас для того, чтобы реконструировать парк и облагородить территорию озера, необходимо 30 миллионов рублей. Андрей Трофимов, эфир 24.